Функции высшего порядка широко используются в JavaScript и позволяют ему быть пригодным к функциональному программированию. Функции высшего порядка, в чем же их прерогатива, позволяют быть пригодным для функционального программирования. Функции FGS — особый тип объектов, кто бы мог подумать, догадались бы об этом. Функции высшего порядка в языке быть не обязательно, ее также без вопросов можно создать самостоятельно. Также можно передавать функцию и функцию непременно, переприсваивать в качестве параметров другим переменам. Функции высшего порядка позволяют JavaScript быть пригодным для функционального программирования. Такие функции широко используются в JavaScript. Если вы хоть немного программировали на JavaScript, то наверняка использовали их, возможно, даже не догадываясь об этом. Чтобы в полной мере понять эту концепцию, вам следует сначала разобраться с функциональным программированием и концепцией функций первого класса. Функциональное программирование – раздел дискретной математики и парадигмы программирования, в которой процесс вычисления трактуется как вычисление значений функций в математическом понимании последних, в отличие от функций как подпрограмм в процедурном программировании. Функции первого класса. Если вы уже изучаете JavaScript, то могли слышать, что JavaScript расценивает функции как объекты первого класса. JavaScript-функции являются объектами, как и в других языках функционального программирования. JavaScript-функции являются особым типом объектов. Это function-объекты. Например, теперь мы знаем, что такое функции первого класса. Можно приступить к функциям высшего порядка. Функции высшего порядка – это такие функции, которые принимают функции в качестве аргумента или возвращают функцию в качестве вывода. Например, эти функции высшего порядка встроены в язык map, filter, reduce. Пример первый. Изменяем числа push. Допустим, у нас есть массив из чисел. Мы хотим создать новый массив, который будет содержать удвоенное значение первого. Давайте посмотрим, как мы можем решить эту задачу с помощью функции высшего порядка и без нее. Без функции высшего порядка. С функцией высшего порядка map – консольный вариант. Можно записать еще короче, используя синтаксис стрелочных функций. Пример 2. Вычисляем значение map. Допустим, у нас есть массив, который содержит годы рождения разных людей. Нам нужно создать массив, в котором будет храниться их возраст. Например, без функции высшего порядка и с функцией высшего порядка. Пример 3. С проверкой условия – фильтр. У нас есть массив, который содержит объекты со свойством имя и возраст. Нам нужно создать массив, который будет содержать только совершеннолетних. Без функции высшего порядка и вариант с функцией высшего порядка. Создание собственной функции высшего порядка. До этого мы рассматривали функции высшего порядка, встроенный в язык. Теперь давайте сами создадим такую функцию. Представьте, что в JavaScript нет встроенного метода map. Мы можем самостоятельно написать его, создав функцию высшего порядка. Допустим, у нас есть строчный массив, и мы хотим конвертировать его в массив integer, в котором каждый элемент представляет длину элементов из оригинального массива. В примере выше мы создали свою функцию высшего порядка map for, которая принимает массив error, и callback функцию fn. Эта функция циклично перебирает данный массив и вызывает callback функцию fn внутри функции newArrayPush для каждой итерации, рассчитывая количество символов в словах массива, алгоритм расчета которой описан в виде второй переменной. Функция обратного вызова callback – это функция, переданная в другую функцию в качестве аргумента, которая затем вызывается по завершению какого-либо действия. Callback функция, принимая текущий элемент массива, возвращает длину текущего элемента, который теперь хранится в newArray. После завершения цикла for, newArray возвращает значение длины элементов letArray. Помните, сколь угодно, мало алгоритм состоит из трех этапов. Первый этап – инициализация переменных и функций. Второй этап – функция высшего порядка логика. Третий этап – вывод ответа. Заключение. Мы узнали, что такое функции высшего порядка и разобрали несколько из них, уже встроенных в язык, научились создавать их самостоятельно. Не углубляясь в детали о функциях высшего порядка, можно сказать так. Это функции, которые могут принимать функцию в качестве аргумента и даже возвращать функцию. Вопросы. Функции первого класса. Функции высшего порядка. Функции высшего порядка. На вопросы ответьте комментарием к этому видео. Респект за лайк, подписку и колокольчик. Наш курс open source, поэтому если есть желание и возможность, благодари меня на Patreon, где получить доступ в секретный чат и менторов по JavaScript, а также доступ на кухню, где разрабатываем мобильные приложения. JavaScript, 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 JavaScript,